одной из самых громких предстоящих премьер российского киносезона. Картину «Несокрушимый» сегодня показали зрителям, мнение которых для авторов кино о войне, наверное, важнее всего. Это ветераны. Мы считали, что это надо сделать обязательно. И когда появилась такая возможность, и когда мы поняли и узнали, что на Поклонной горе в музее, оказывается, открыт, я считаю, что прекрасный кинотеатр с прекрасным звуком, с прекрасной залой, мы поняли, что здесь можно сделать очень хорошую предпремьеру именно для ветеранов. И мы просили музей организовать именно показ для ветеранов. Так что для нас это святое сегодня. Страшно, страшно. Фильм более из всех, может быть, фильмов по своей натуре приближен действительно к боевым. Сделано натурально, хорошо,